А вы уже не застали. Ну, короче, я уже собирал, да, видите? Вот. Маньчжурцы. Ну вот скажите, что дикари. Ну Нет, скажите. не дико. А? Вкусно. Я вас даже чуть-чуть угостил, успел, да? Вот. Ну, это случайно, я там фотографию перенес, забыл стереть. Мы про это говорили. Это вариант улучшения Сибири. Вот. Ну, теперь сеянцы. Я специально взял эту тему. Она большая. Вот не может быть. Так, звонит человек и говорит, так, пожалуйста, научите меня, как посадить сад. А у человека гектар, два. Я хватаю за голову и говорю, давайте так, я начинаю вам говорить. Начинаю. А дальше вы уж извините, есть книги, есть это. Почему? Потому что тему, мы же с ним 10 этих роликов сняли, назвали платные материалы. То есть там 30-40 часов. А он мне по телефону. И что я ему успеваю сказать по телефону? Сейчас объясню. Все-таки, а футболить нельзя, это будущий клиент, возможно. Вот это просто попалась фотография, это дикая уссурийская груша, да. Будущее сеянцы, смотрите. А вот это вот однолетние сеянцы маньчжурского абрикоса. Потом они выкапываются и уже вот так размещаются, так, сюда и там еще справа. А это еще осень. Клянусь Богом. Заметьте, они полукультурные. Видели? Я не зря эту фотографию разместил, да? Они полукультурные. Я смотрел, это уровень лучших научно-исследовательских институтов. Уровень. Мне неудобно называть их, я их всех знаю. Это их уровень. А как они умудряются все это загубить? А у меня тоже есть примеры, но ну, есть же какая-то этика, да? Вот буквально все это губит, губит, губит. И даже самые два для меня величайших человека абрикосовода начинали с чего? И тот написал в свое время, кто в статье, кто в книге, кто написал? Первый сад сеянцев мертв. И второй, первый сад полностью. Представляете? А здесь, а мне помогает природа. Видите небольшой склон? Ведь это же учеба. На ровном месте посади, что, а и снегу добавь, допустим, до полуметра. И я уже никакой не крутой. Часть из них, а у меня были такие года, пусть из 10 одна, но погибали. Ну как погибали? Я их уничтожал. Почему? Смотрю, начинает отслаиваться кора. Ну вот смотрите, склон видите? И у меня всегда чуть-чуть раз тает, начинает. И нету. Ушло. Раз. Сильнейшая обрезка для приживания. А где вы такое слышали в науке? Нигде, громко. Нигде. Вот нигде. Получается, что это второе, да? Третье. Когда-то были снега побольше. Вы знаете, что было раньше? И вода была мокрее. Вот. И получилось следующее. Отбор уже какой-то есть. А сейчас-то ни одного, чтобы он взял, чтобы я увидел там кора в основании штамба, отслоился. Я взял бы его и взял, той жизни нету. Ни за что. Все до единого. Я Богом поклялся, что ни один не погибает. Смотрим дальше. И вот так должен начинаться сад даже гектарный и даже 10-гектарный. Не то, что каждый рассадил, а потом эти охранит эти гектары. А потом попробуй ты это. Вот. Главное сделать так. Потом следующий момент. Смотрите. Мы с вами ходили, не ходили, я не помню. По-моему, ходили. Вот. Мертвых практически нет. Ну, на сотни один-два врать не буду. Но это же массовое производство. Вот. Сами знаете, попробуйте где-то. Вот. Ну вот они, это, следующий этап. Потом начинается продажа, ну, плохая продажа. Следующий этап. Ну, в этот момент уже Сергей брал в руки пилу, отпиливал, то есть уже приезжал таким варварским способом. Слушайте дальше. Но это уже не питомник. Все, что мог, он продал. А с этого мы уже берем черенки. Смотрим дальше. Приезжаем, приезжаем, приезжаем. И получается, специально снял. Через много-много лет, уже взрослый сад, он уже на черенкование не годится. Смотрите, я же это учеба. Видите, что он старый-старый, 30-летний. Видите, что ветки уже сухие отпиливал. Когда ветка погибает или отпиливают живую, неважно, или она отсохла, вылезли что? Смотрите.
Те самые, как их называют, Спящие клоновые, а эти самые. Ну, в общем, вы поняли, выше говоря, вот и вот и вот. Но они уже не горят, это уже взрослый сад. Он только для того, чтобы кушать плоды. Ну и косточки на продажу. Вот начинается с этого. Вот это промежуточное. И вот тут с этого момента, смотрите, ну нам расширяться некуда. У нас в стране, я сто раз говорил, нет земли для нас. Вот, она это. Типа умрем. Вы знаете, когда люди отдавали жизнь, помните, у деревни Крюково погибает взвод, знаменитая песня. А они знали, за ними Москва, а за Москвой вся гигантская территория, это для людей. Это выращивать что-то там, пшеницу, сад, неважно что. Вот. А теперь вот это вот, умрем, но не дадим ни клочка земли. Вернее, не так, вы сдохнете. Вот. И получается, что ну, у человека, допустим, гектар. Поняли, к чему? Я отвечаю на вопрос, куда мне деваться. Вот отсюда большая часть уходит на новый участок, только пораньше. Вот с этого момента, да. А, извините, то, что пересаживается, пересаживается, но лучше остаются навсегда. А помните это? А, мы с вами ходили по саду, питомник заходили вроде. Ну, в общем, вот наш с вами фильм, Александр, люди еще выйдут. Он сейчас монтируется. Вот этот самый момент, что можно отсаживаться, и получается тут 10 соток, к примеру. А вы уже можете засадить сразу гектар. Ну, на следующий, видя, что получилось, что взошли, что прививки пошли, что вы теперь кум королю, с этого момента. А так как сразу, а если еще и продажные, а сколько людей потратили? Нет, не миллионы, даже не сотни миллионов, это сильно большая цифра. Миллиарды потратили на вот эту херню, которая это. А я вам еще покажу. Вот. Ой.